Несмотря на возобновившийся зимний пейзаж, аромат цветов и их свежесть уже сегодня украсят все дома. Мужчины спешат скупить самые красивые букеты для своих любимых и поздравить их с весенним праздником. И в этой спешке многие не замечают ни наледи у цветочных павильонов, ни сугробов. Не смущают никого в эти дни и расписные грязные стены цветочных магазинчиков. А заботливо выставленные продавцами на улицу цветы для покупателей только упрощают процесс скорейшей покупки заветного букета. И только сотрудники Госатомтехнадзора интересуются о наличии разрешения на подобную уличную торговлю, а также следят за состоянием торговых объектов нашего округа. На территории городского округа Мытища находится 300 объектов по розничной оптовой продаже цветов. В преддверии 8 марта. Есть временные объекты на городских улицах. Такие объекты должны иметь разрешение установленного образца, выданное органами местного самоуправления. В ходе проверки были выявлены нарушения, связанные с отсутствием разрешения на торговлю, аварийное состояние зданий, наличие рекламных и другого рода надписей на фасадах павильонов. А в связи с тем, что погода на 8 марта преподнесла сюрприз в виде гололеда и сугробов, то инспекторы выявили и нарушения в вопросах своевременной обработки пешеходных подходов к цветочным магазинам. Но любая работа может подождать, если речь заходит о самой прекрасной половине человечества. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех женщин городского округа Мытища, пожелать прежде всего оставаться красивыми, весенними, жизнерадостными. Всего самого наилучшего. Дарья Лозина, Сергей Федоров. Информационная программа «День».